Это, блядь, Редвар говорит, вар не дамажит, вон фарад в два куска 26 дает ворк, типа, блядь. Тор два раз руками, может, что-то? Ну, я своим убогим твинком еще больше дал. Блядь, только у тебя 4 куска ШМ, понимаешь? У меня нету бисовых трини, у меня две парашные трини, и у меня нету фаленраша. Все, если кто варом будет дамажить, то спрашивайте у Ваги. Просто на сколько Редвар 30 дал тогда, или сколько, блядь? А тут чувак в 3 куска 26. Парада не 3 куска. А сколько, 4? 4, конечно. А, ну 4 тогда, чувак. Ждал 3. Отойду. Говорят, три куска у Tell You More и у Будапешта им по одному. Tell You More ноги, Будапешту плечи. Еще какой-то вар есть. Вара, говорю ж тебе. Tell You More и Будапешт. А это тоже челик, да, который давно играл? Будапешт, да. Tell You More тоже. Я понял. Просто старые нормальные игроки. Tell You More, по-моему, хорошо. Раньше другой ник был. Другой, другой. Я, правда, не помню, какой. А, не важно. Вары — это хорошо. Если с перспективой в танка, Т5. А что, заходит, да? Да. Если у вары 6 брюлей, это не просто хорошо, это очень хорошо. Сколько брюлей? 6. Пиздец. Ну, ему 8, Будапешт 6. Так что... Карухар. Вспомнил, как у него ник был. Да, было дело. А чё эти вары, они в Дисе не говорят никогда? Стесняются. Чё стесняются? Я шучу, не знаю. Ничего не спрашивают, поэтому ничего не говорят. Кто-то говорил вчера, какая-то хуйня была, не помню. Заходите в игру. Сервер уже ожил. Мне Простя написал прием. А, сказал, в течение этого месяца появится. Что он переехал, но пока с инетом неизвестно. Сроки не назвал, но в течение месяца точно появится. Меня надо суммонить. Возвращение Прости. Это сервак лагает, да? Гейл, Рэй, ты так не говори. И на этом сервере про товаром тачит. По-божески, блядь. Так долго заходите-то. Там же тайна живая. Вообще игра в Долнаре зависла просто на. Погрузиться не может гильдия даже. Ой. Кушал. Чего? А что ты там кушал? Кушал? Че, слышно было? Нет. Так что ты кушал? А как ты понял, что я что-то кушал? Я пойду пожрать. А. Старый маразматик сказал, что ты пойдешь поесть. Как ты догадался, действительно? Ну, хлебушек со сметаной. Очень маленький рот. Ну, я бы не сказал, что прям маленький. Такой нормальный роток. Зачем ты уточняешь? Япончик очень волнует этот вопрос. Хочу чипсы, ну скоро. Нет, если бы он сказал, что он там курицу приходовал за 2 минуты, то у тебя Войд был бы очень большой. Это мне минут 5. А
Нет, Сашка РС-ку делает без ЕП. Сашка РС-ку делает по фану. Бля, суманите меня, то я, мне, короче, блядь, пиздец, дал ранее, что-то странно. Ты сделаешь шмотку? Кирс на России. Норси, она по работе отошла. Хочу чипсы. Орден, нет? В игру вернешься? Нет, напиши там по флудилку что-нибудь. Сейчас я тоже найду. Не РДД нужен. Точнее, даже не РДД, а хил, потому что Норси была шестым хилом. Да, сумоньте чипсы, ты шестой хил. А Кирс чё? Чипсы готовы, Т4, Т5 не работает. В начале рейда работало. Уже нет. Ну как работало? Там надо было сет постоянно после каждого пула переодеть. А саппорт-то тикает. Ну что поделать, ждем. Что не поделать. У нас еще полно времени. Что-то хилы какие-то жесткие саппорты выпили, по 2 часа у них они работают. Завидуешь? Пиздец, завидую. Надо попросить дядюшку без урона, чтобы он сделал еще побольше профессий, чтобы можно было... Да, смойте меня, блядь, быстрее, пожалуйста. Игра нахуй зависает до Лорана. Ну это вообще шикарно было бы, 5 профессий, представляешь? Ну что, 4 мало? Конечно, мало. Че, обкурились? Тем больше... Уже отсыпь конечно. Того, что употребляли сегодня. На циркуле как-то раз было 11 кров разрешено. Дарк, скинула. Ну это уже прям жир. Жир, да. Вага, извини, но закончилось. Нет. Плохо подготовил. Эх, беда. У меня сама нет, нет? Тебе 2 смок уже прислали. Не знаю, у меня, короче, игра нахуй зависла в Долоране, не знаю. Чтоб тебя суманули, если у тебя игра зависла, мне интересно. Я бегаю вроде по чуть-чуть. Чуть-чуть? Ну, у нас портал уже стоит, и тебя сюда призвали. Пару раз. Замен, твой. Прием. Да, призыв значит, ждите ответ, пишет. Во, пришел. Заебись, я нажал. Добро пожаловать в группу. Знаю, но что-то вроде не сработало, да? Айзек, в игру можешь зайти? Напиши что-нибудь, личку мне, в Дискорде. Ну, короче, попробую убежать с Долорана как-то. Мне вообще шкаф не юзается. О, нет. Вот если не на вразку, то юзается, а на вразку не юзается. Это закон? А я в игре вообще показан, или нет? Побег вразки из Долорана. Да, было интересно, нахрена нам замена, которая... Знаю, что Норси отошла, Настя не может зайти на X2, там разрыв соединения. Undead Worm я не знаю где. Айзик, видимо... Уже пытается зайти на сервер. Может Андеду снять, блять, его же нету. А нямка хила нет? ТД кто будет? Ну, если нету выхода. Ну ладно. Сейчас все исправим. Ладно. Проня, напиши там куда-нибудь в Дискорд. Нет.
Но он пишет, что его выкидывают по КД. О, я в ЦЛК, прикинь, релогнулся и уже в ЦЛК. Но еще не зашел. Релогнулся и уже в ЦЛК? Ну я завис, пошел в Далране, блядь, закрыл игру заново, запустил, захожу, мне в ЦЛК прогружает. Походу, с ума он принялся. Сейчас пару минут подождем. Замены хотя бы сделать. Ой, я здесь вроде. Сложно. У меня лагает, у меня пинг нет, ноль, короче, показывает. Блядь, чуть не упал. А тут нельзя упасть, да? Нет. Нет, не упал. У меня привычка, когда я попадаю в новые места, всегда тестить какие-то моменты. Я тут протестила, туда упасть нельзя. Я бегаю, блин, вместе с твоими. Нормально, ты бегаешь. Так, надо отойти срочно. Ну-ка, кто-нибудь сделайте что-нибудь, не могу понять, я лагаю или нет. У меня япончик на месте бежит. Я сейчас релогнешься, снова будешь в Далоране, не боишься релогаться-то? Нет, я дисконнектнула. Эй, беда. Сложно. Ладно. Чё с Элфейном? Ты тут, Делорус? Тут. Да, я тут. Давай Элфейна в раску в ДД, Элфейна в танк. Так вы там что-то до фрост-шмота доебываетесь, у меня нет фрост-шмота. Ты делай, пока я ты делаю, у тебя время есть, пока я лагаю. Я танчил всю эту хуйню без фрост-шмота. Без фрост затанчишь, блядь, там не, это не зыбка, блядь, панцирь, нахуй, там сменить меня один раз надо, блядь. Ну погнали тогда, погнали. Блядь, Лорус. Проня, лагает, нет, ты готов, готов. Враска. А кто хилы? Пекайся, Враска. Хилы, пятая группа и хочу чипсы. О. Я лагаю, я не могу бить, ты понимаешь? У меня, блядь, пинг вообще не показывает сколько. И все на месте стоят. Короче. Попробуй перезагрузить или роутер, а если проводной, то просто релог. Кэш, 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 почисти. Перезагружал, блядь. Кэш. Сейчас вот. Краска, просто выйди из игры на Микадзе вместе. Закрою. Ты не закрыл еще игру? Я уже закрыл. Дарки, сколько пинга? Все видно, что ты пишешь. Сейчас я кэш удалю и зайду побыстрее. Вот, видимо, тоже выкинул. Ладно, сейчас Айзек за. Пока лича не убьем, рейд закончен сегодня не будет. Так что не расслабляйтесь. Слышали вольную, так что надо поторопиться. Там проф еще же, блядь. Да, да, да. Все проф. А Айзек с Умонти. Я, походу, из-за ребута точка доступа поменялась просто к серверу и пиздец. Монород, тебе лут не нужен, Синдры, никакой? Он Кирс пришел и все. А ладно, пофиг, без Кирса попробую. Айзек не может зайти, ему пишет, что... Не, надо Кирса, блядь, поставить. Здесь. Так, ты вышел из игры или нет? Нет, и кэш не помогло, короче, сейчас ну, вот он стоит. Выйди из игры. Все, а, да, хорошо, Даркис тоже, ТПшнись из рейда, Кирс в рейд. Лол. РДДшника, может милика какого бесполезного? Даркс лагает. А, ёбаный свет. Поняти Кирса вместо Даркса и Айзека. Даркс, надеюсь, ты не пиздишь, блядь. Не пиздеть, осколки же проёб. Тебе 4 осталось, да? Очень плохо. Так, а ладно, может, он войт обычку может, берет. Ребят, может он полагает, но осколок получит. Мы в 24 убьем, он же не хил. Ну,
вообще двигается? Блядь, ладно. Сегодня 4 осколка. Сжай на осколка. Так, вов, пофигу, короче. Тык. Суманите Айзека, Кирса. Ты чё, во все? Мало, блядь. Ба. Давляйте, шустрее. Рыбу сейчас слева поставлю. Тут рыбка. Рыбка. Каску обновите по рейду. Я дал. Вульф, кулаки, МП5. Монород, каски. Рещи. Палы, шустрее. Верчи на баф пул. Дарки сошел. Лужа работает. Слева близко. Справа далеко. Пончик, ты можешь сейчас так вот набирать. Тебя щит полностью поглотит. Никто не уцелеет. Я играю очень за его. Вот. Да я и набираю нормально, в принципе, ставлю. МВ4, да. Thank you.
сил. Не ссы, трусы. Сейчас все сделаем. Никто не уцелеет! Назад отойдите, подальше, подальше, подальше. Микад. Чипсы, вставай. Сдали уже. Я сдал. Дайте сейф парейд, срочно. Надо я, не? Мне вот я сказала. Да. А вот теперь я буду ругаться. Ребят, было задано два гимна. Вы не можете стопнуть ДПС? Какого хрена, блин? Дэль в танке. В ретре. И вы бегайте, пожалуйста, с освобожденкой. Вы бахайте рейд. Хала что-то отсюда заберет вообще? Что? Это самое, блядь. 6к. Пускай вместо. Не, вражка вместо мэнни просто. 5к. Чипсы, просьба, не ставь вплотную к стенке метку. Ты вот только на той фазе, точнее на прошлом трае, ты убил, который пытался тебя разбить. Нет, народ, ты никуда не уходишь. Да, пожалуйста, блин, гоните урон освобожденный. Кто мой? Сейчас из инста, так? В дискорде будет. Давайте бафы обновлять шустрее, сманить вражку. Сейчас подожди, у меня аддоны слетели. Папочку заменю. Если вы на первой фазе набираете по одному, по два стака, то на второй фазе вы этого делать не должны. Лучше подольше побьем. Я, блядь, хуй знает. Саш, шкаф.
А помимо меня есть еще у кого чешка целая? Так, у япончика. У япончика. Япончик, будем чередовать чешку чуть. Раск, с тебя каски. Да-да-да. Все, скажу. Сколько там хочу чипса настакал? Че настакал? Это он не настакал, он ко мне подбежал. Я выношу метку. Зачем? Он убегает и вздыхает. Я не знаю. Зачем? Не, с ума идти меня. Хорошо. Рестбаф. Япончик, ты ГП дал, не за то. Я пошел, хоть не знаю, кто там стоял. Лапу. А пул. Ауры от льда не было, да? Была. Была? Ну я тотем ставлю, ладно. Там вроде даже мастер ауру прожимает. Дай кулак 10 минут, Энху. Готов, нет? Ой, я да. Войд, пуль. Уже объяснили. Глупцы! Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордскола унесут ваши души! Трепещите, смертные! Ибо ваша жалкая магия... Пять шилов. Поняла, я тут 4 сняла, да? А что за бред? Сажитесь в кучу, сбегайтесь с него нахуй. Получается такая фигня. Кто ловит много стаков перед притяжкой, они просто когда бегут, хилят, они тупо умирают от стаков. Да мы уже подбежали. Мы разговаривали на эту тему. Я спросил, почему ты умер от ответного удара? Что последовало ответ, что ты подбежал к человеку и просто... Просто люди, которые умерли от умирающего холода. Сколько стаков у вас было, когда вас притянуло? Ересы. Меня не слышали, что ли? Хочу чипсы, ты меня не слышишь, что я тебе говорю? А сколько раз это еще нужно повторить? Паскаден у нас срез, да? Да. Не у всех. Ты подбежал к человеку, который выносит стаки. Ты умер от этого. Утверждает другое. Стенчики ставьте раз. Войд, у тебя на видео видно, что там случилось с чипсами? Ну, ты говоришь одно, другие говорят другое. Смотрим тайм.
просто смотрите, я сейчас с сапротом чуть не сдох шестью стаками, когда бежал после пятяшки, а вы без сапрота. Как? Сейчас будете хуярить. Спасибо. А сколько киллов есть, чтобы вообще без сапрота проходилось? Не, ладно, сейчас это хуйня, если много стаков, ты отменишь на атаке, мы стакал и бежишь, не даём. 4 стака стопы. Вы меня, конечно, простите, что я спорю, но по поводу 6 хилов у нас сейчас в освобождёнке было 5, допустим. Но это сказали в Дискорде. Мы-то нахуй Дискорд не скажем, да? Я посмотрю видео, если ты умер в рейде, то вопросов нет, если не мыслишь, как это. Если ты умер у стеночки, и ты туда подбежал, то добавь. Поставьте рыбу, пожалуйста, мы быстрее поедим, отрегенимся и пыльнем. Вот эту фарашу про ДП после рейда, сейчас рейда, хватит. Рыба стоит, ребят. Самое главное, я же озвучил, что 5 хилов. Ну это понятно, что в освобожденке. Миленький, 4 стака и стопайте. Если вы рога или вару, у которого есть ШВ, если вы это умеете нажимать, там, одевать щит или кош нажимать, скидывать себя это говно, то на ваше усмотрение. Шкаф. А так шкаф. 4 стака. Ставьте шкаф. Того, как ему. Ешь, того. Ты баф шамана. Все и сразу. Каску, лапу. 300 баф. Че на баф был? Да. Ваша жалкая магия теперь бессильна!
теперь бессильны. Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает сердце? Здесь ваше вторжение и окончится! Никто не уцелеет! Не реагируем. Дальше. Эджи, подними ЛРЭ. Трепещите, смертные! Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна! Медведь даешь, понимаешь, Вульфа. Луцинь, торт. Жаль бы. Саша, сразу гимн на ХП. Сразу. Попробуйте. Как ледяная ладонь
Ну понятно. Надо всем сопрот пить, мне кажется. Типа, блядь, меня сопротом, да? 309 резиста. Мага, правда, без сопрот тяжело. Типа, и фулл хп ёбнуло, да? Вот первая метка почти меня ёбнула. Там да, вот Фисяо правильно пишет, в Т5-м прям охуеть, как тяжело без сопрота. Ну, у вас не все хилы в Т5. Причем тут в Т5 они умирают. Блять, непонятно от чего милики. От ледяной ауры, типа. Через меня резай, пожалуйста. Ну, или так. А ты чего умерла? Просто сейчас метка. Кто метку 3 уносил? 3 стака набрала. Метка сдох сейчас, пацан. Почему ты 3 стака? Сейчас заруинили все тем, что не захилили метку. Пульсар выносил. А че ты полтинник, блядь, не мог он дать хотя бы? Как 3 стака ты набрала, если ты, блядь, там 18 тысяч дамага? 20. 3 стака на мне было. Так. 3. И вот. Что, ты не скидывал за что ли, или что? А, коли пал у тебя крылья, ты крылья прожимал, или что? Освобождёнку бабу скинул, там висело. 3 стака не бьют 20 тысяч, блин, а. Окей. И спорить не буду. На мне было 3 стака, и я умерла, потому что стаки еще были повышающий урон. Да. Ну, сколько они было повышающих урон? И 3 стака, и 3... Не, не смотрела. И 3 стака освобождён. Ты, наверное, за одной губой просто не скинула? Да ну, я сопрот выкинула. Не знаю. ГП давай, я не спорю, я умерла, по сути, по своей... Танка не достают хилы, да, я так понял? Вот поэтому я и умерла, чтобы подойти к тебе поближе и прохилить. Сейчас я вам поставлю метку, там, когда за глыбы стоишь, там вне поля зрения. Там приходится выходить из-за глыбы, чтобы прохилить танка, да. Хули, давайте дальше в хвост ставить метки. Сейчас будет справа ставить. Сопроты доставайте, у кого есть доступ, пейте сопроты. Блять, слагает. Мне тоже япончик начисляй. Сейчас будете ставить вправо. Тут ситуация спорная. Хилы. Мне либо танка надо было прохилить, либо самой сдохнуть. Ну, я сдохла, так что... Кулак так-то бабать, какой МП5. Это центральный, а вот эта метка справа сюда будет носиться, вот здесь будете прятаться, здесь будете милики разбивать, здесь дыхание не бьет. Давайте здесь вы будете шустрее. Здесь вы будете доставать танка, танк стоит, если что, покажу, вот здесь. Вообще на баф пул. Что ж доставали? Да сейчас уже не важно, я сопрот. Пуль. Сопрот не решает эти проблемы. Решает. Что такое? Да я серегу не зарядил. Ладно. А все равно надо скидывать. Меня надо. Глупцы! Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордфола унесут ваши души! Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия теперь бессильна! Поверни еще больше. Сам встань. Никто
сдохну. Успокойся, ну. Я зависла. Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает сердце? Здесь ваше вторжение и окончится! Никто не уцелеет! Если Полина отвисит, ты её поднимешь. Ты её выгадишь. Ты все еще лагаешь? Я уже встал. Я лагаю. На мне что-то. Эра, есть у кого-то? Да лоб спать можешь? Луцинь, поднимай Кирса. Не пирс, поднимай. Активно. Вообще с той стороны. Гором. Здесь ваше вторжение и окончится! Никто не уцелеет! Мне придаю за КД. Еще минута 30. Кирс, тебя лагает или чего? Бэр, у кого откатится, поднимайте двух магов. Не кидаю же пар. Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает сердце? Короче, все, падаем. На сегодня для вас рейд закончен. Анонизм какой-то я сказал. Да. Если сопротивляться.
Ой, тут ХП выстрелки не поможет. Ну, блядь, джайны тут... же убивают, помогают. Тут... тут именно ДПС не стопает, это один. Второй, это то, что у нас мало РДД, у нас постоянно освобожденка на хилах, постоянно. Милишники просто просаживаются по пол хп и больше. Не знаю, что с вами. Так вы смотрите, есть аддон, блядь. Кто стакает, стакивает, блядь, можете сказать? Я в жизни, блядь, не скажу, кто это делает. Блядь, нахуяривает какую-то тучу стаков, типа. Никогда в жизни не скажу, кто это делает. Кто Но это? Я думаю, вы поняли. Вы поняли про кого. Это по-любому враска, сука. А у меня 7 максимум было, по-моему. Чё-то не так начисляешь. Первый косяк сотка, второй... Вопрос к Горану ты имеешь в виду? Нет, все правильно. Ты холом начислил за второй косяк 100. Пардон. Холо я не знаю, ну блядь. Я подвисла, япончик, давай еще 100 гп, я уже... Че ты за челик? Дай, блядь, смотрите. Ресните. За лаги гп не надо. Кто там завис и об этом сказал, с них можно снять ГП. Вот, давай посмотрим видос, где Чипс умер. Это, наверное, был второй пул.